Здравствуйте, мне пришла вот такая вот посылка от Мыло Опт. Вот так вот она выглядит. Сейчас будем открывать. Так. Сейчас посмотрим, что мне тут пришло. Вот так выглядит моя посылочка. Вот. Килограмм основы английской. Хорошо упакованная, плотная такая упаковочка. Также Сооптима белая пришла. Тоже хорошо плотненькая, надежная упаковка. Так. И видим, что мне здесь еще пришла люфа. Вот такой вид она имеет. Накладная. Полностью по всем позициям. Так. И вот такой пакетик с остальными вкусняшками. Смотрим, что у нас здесь. Оранжевый краситель 10 мл. Банановая душка. Желтый краситель. Вот такой он. Так, жемчужный пигмент 5 грамм. Черный пигмент. И золотой перламутровый пигмент. Манго. Одушечка. Водорастворимое масло миндаля. Миндальное такое. Хорошо, кстати, плотно упаковано. Вот даже невозможно легко открыть. Так. И водорастворимое масло авокадо. 25 грамм. Вот такая вот у меня посылочка, все очень хорошо, все в плотных баночках, все очень хорошо закрывается плотно. То есть нужно применять силу, чтобы открыть. Это хорошо. Вот такое вот оно. Все, очень рада за посылочку. Спасибо, Мыло Опт. Будем заказывать еще.